Good morning, children. How are you? Nice to meet you. Today is the 13th of April. Доброе утро, ребята. Сегодня 13 апреля. Как ваши дела? Сегодня мы с вами продолжаем нашу предыдущую тему. Тема называется Changing Seasons. Времена года. Open your pupils book at page 94. Откройте ваши учебники на странице 94. Let's do exercise 13. Давайте вместе сделаем упражнение 13. Listen and check and circle. Послушай и округли. Then check, а потом проверим. Lily can run and dance. Liam can run and jump. Charlie can jump and climb. Cherry can climb and dance. Окей, вот мы один раз прослушали, а теперь попробуем еще раз послушать и уже сделать. Lily can run and dance. Liam can run and jump. Charlie can jump and climb. Cherry can climb and dance. Okay, very good. Очень хорошо, ребята, мы все почти с вами выполнили правильно. А теперь, ребята, давайте проверим. Везде у нас стоят птички, значит, все предложения мы сделали правильно. Let's do next exercise. Давайте вместе сделаем следующее упражнение. А теперь, ребята, давайте вместе попробуем поиграть в игру. На странице 95 у вас есть упражнение 14. Page 95, exercise 14. Let's play. Давайте поиграем. Рыбка и плавать. Значит, мы должны сделать предложение «Рыба может плавать». А теперь послушаем. A fish can swim. Рыба может плавать. A fish can swim. Теперь мы возьмем с вами птицу. Птица у нас что может делать? Птица может петь, конечно. Теперь возьмем карточку с глаголом sing. A bird can sing. A bird can sing. Птица может петь. Теперь попробуем с лягушкой. Лягушка, конечно, петь не может. Лягушка может что? Лягушка может прыгать, конечно. A frog can jump. A frog can jump. Лягушка может прыгать. Четвертая картинка – это картинка с шимпанзе. Шимпанзе у нас умеет что делать? Она умеет хорошо танцевать. A chimp can dance. A chimp can dance. Теперь следующая картинка идет у нас лошадь. Лошадь у нас будет horse. И лошадь танцевать не может. Она может что делать? Скакать. A horse can run. Of course, a horse can run. Кошка. Кошка у нас что делать может? Она может у нас хорошо лазать по деревьям, конечно. Взбираться. A cat can climb. A cat can climb. Of course. Теперь возьмем попугая. Попугай что умеет делать? Попугай умеет у нас, конечно, летать. A parrot can fly. A parrot can fly. Попугай умеет летать. И последний, and the last. Змея умеет что делать? Ползать, конечно. Ползать у нас будет crawl. A snake can crawl. Of course, змея умеет ползать. А теперь давайте попробуем сделать с глаголом can't, не может. Возьмем ту же рыбу и возьмем глагол dance.
A fish can't dance. Of course, a fish can't dance. Рыба не умеет танцевать. Птица не умеет что делать? Взбираться или лазать. A bird can't climb. A bird can't climb. Дальше мы берем лягушку. Лягушка у нас что не умеет делать? Не умеет она у нас петь, конечно. A frog can't sing. A frog can't sing. Дальше берем шимпанзе, который не умеет плавать, конечно. A chimp can't swim. A chimp can't swim. Дальше берем лошадь, которая не умеет летать. A horse can't fly. A horse can't fly. Кошка, которая не умеет ползать. A cat can't crawl. A cat can't crawl. Попугай, который не умеет бегать. A parrot can't run. A parrot can't run. Дальше мы берем с вами змею, которая не умеет взбираться. A snake can't climb. A snake can't climb. Very good, children. Очень хорошо, ребята. А теперь, ребята, давайте вместе поиграем в игру, в которой состоит новые слова. Мы должны сюда кидать мяч. Jump. Run. Sing. Climb. Summer. Crawl. Drum. Winter. Dance. Wind. Очень хорошо, ребята. С тем заданием мы справились очень прекрасно. А теперь попробуем сделать это задание. Вы слушайте внимательно, смотрите и соединяйте. Sing. Птица поет. Sing. Кошка что делает? Кошка у нас лазает, конечно, или взбирается. Взбираться у нас будет как? Будет climb. Давайте спустим это слово сюда. Дальше у нас идет fish, рыба. Рыба что делает? Рыба у нас умеет плавать, конечно. Плавать будет swim. Очень хорошо. Дальше идет лягушка. Лягушка будет у нас frog. Лягушка что делает? Лягушка у нас прыгает. Лошадь у нас будет horse. Horse. Лошадь что делает? Она скачет. Это у нас кто? Птица. Птица у нас будет bird. Bird еще что умеет делать, кроме того, как петь? Птица еще умеет, конечно, летать. Very good. Очень хорошо, ребята. А теперь последнее у нас осталось шимпанзе. Шимпанзе что умеет делать? Конечно, танцевать. А теперь давайте проверим, ребята. Все мы с вами сделали верно. Теперь все слова давайте еще раз прослушаем и повторим вместе. Sing. Sing.
Sing – это будет петь. Climb. Climb. Climb – это будет взбираться или лазать. Swim. Swim. Swim – это у нас плавать. Jump. Jump. Jump – это прыгать. Run. Run. Run – это будет скакать или бегать. Fly. Fly. Fly – это будет летать. Dance. Dance. Dance – это будет танцевать. Very nice. Well done, children. Очень хорошо, ребята, мы сегодня с вами славно поработали. А теперь, ребята, это ваше домашнее задание. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Look, read and match. Посмотри, прочитай и соедини. Вы должны сюда вписать нужные буквы. Goodbye, children. See you soon. До скорой встречи, ребята.